обрушающийся склон у церкви Иоанна Богослова в Петрозаводске временно укрепили. Об этом рассказали сегодня на планерке в мэрии Петрозаводска. По словам начальника информационно-аналитического управления администрации города Ани Кисильченко, решение об установке временного укрепления было принято подрядчиком 9 мая. В тот день в соцсетях жители корейской столицы выразили обеспокоенность за сохранность церкви. Работы проводились в ночь на 10 мая и днем 10 мая. У храма установлено временное металлическое ограждение. Проектное решение по укреплению склона шпунтом разработано. В течение месяца устройство в районе церкви будет завершено.